так получается, что по жизни я привык доводить все дела до конца. И неважно, сколько времени на это потребуется. Если рука дотягивается, то нужно выполнять свои обещания и делать. Поэтому для меня сегодня достаточно радостный день, потому что мы получили информацию из Министерства обороны по улице Ратная для домов 1, 2, 3, 4, 6 и 7. Заместителем министра обороны подписано письмо о передаче этих строений в муниципальную собственность. В городе Воронеж. В течение месяца сейчас будут готовиться документы. Я думаю, что Вадим Юрьевич Кистенин подхватит эту ситуацию, и дома будут расселены. Для нас это, ну, реальная победа. Так получалось, что я сам был там, людям смотрел в глаза, слушал, был по квартирам, проходил. Вот. Но видите, так получается, что я сейчас в Херсонской области работаю. Но обещания надо выполнять. Я привык это делать. Поэтому работаем дальше.